И снова всем здравствуйте, друзья мои! Сегодня гуляю с вами по парку нашему. И сегодня хочу с вами поговорить. Тема такая будет, может быть, необычная, непривычная. Но вот я думаю, что будет многим интересно послушать об английских именах. Вот вы знаете, как интересно мне эту тему, на что навеяло. Недавно познакомилась с англичанкой. Такая очень приятная женщина. Я гуляла там по побережью, как обычно, она с собачкой. Ну и знаете, как можно покорить сердце собачника, когда похвалишь его собаку. Мы с ней разговорились, конечно же, об одном, о другом, о собаках, потом о детях, о стране. Ну и в конце концов она спрашивает: «Так вот, как вас зовут, ваше имя?» Я сказала, как меня зовут, а она говорит: «А меня зовут Пегги». Пегги, а женщина моего возраста, может быть, даже чуть-чуть постарше. Ну ладно, Пегги и Пегги. Я потом пошла домой, иду и думаю: «Пегги, полное имя, это какое будет?» Не буду вас утомлять, Пегги — это полное имя Маргарет будет. Вот, а укороченное имя Пегги. Представляете, да? Я что-то как-то даже думала, ну вот у нас сразу Пегги, свинка Пегги, и ничего больше другого на ум не приходит. А тут вдруг оказывается, что Пегги трансформируется в прекрасное, красивое имя. Смотрите, Маргарет. Какая красота, какой опять вид на океан, на пролив. И опять птицы поют кругом. Посмотрите, какая красота вокруг. Будем здесь гулять. Ну, продолжу вам рассказывать про имена. Вот я вам уже сказала, да, что Пегги — это у нас Маргарет. Ну и вот тоже была такая история, что у меня у одной знакомой звали мужа Бен. Ну и вот она Бен, и Бен его, я думаю, наверное, Бенни. Полное имя-то Бенни, наверное. Но оказалось, что у него очень красивое имя, полное — Бенджамин. Ну, это классно, да? Ну или вот, например, Боб, да? Ну, Боб, наверное, уже все знают, что это полное имя Роберт. Это уже как бы тоже распространенное. Но здесь опять я подумала... Ой, обрызгали. Как интересно. Вот если у нас есть Боб... Боб Дилан, да? Знаете? Боб Дилан. Ну, никто не говорит, что он Роберт Дилан. Вот Боб Дилан и Боб Дилан. Однако же Роберт Де Ниро, да? Не скажете Боб Де Ниро. Вот он, Роберт Де Ниро. Странное дело. Ну, дальше из таких коротких имен. Тед, да, знаете, тоже. Тед, Тедди, это Теодор. Теодор будет полное имя. Дик, опять же. Дик — это, не поверите, полное имя Ричард. Вот Ричард III, все короли, вот они все дики. Все у нас они дики. Дальше Хэл. Или Хэнк. Знаете, кто? Даже вот интересно, сразу не буду говорить. А догадываетесь ли вы, Хэл, кто это? Хэл — это всего лишь навсего Генри. Вот так вот. Каким образом они из Генри сделали Хэла, я не знаю. Но вот Генри или Гарри. Вот наш принц Гарри, он тоже Хэл. Ну вот Ронни, имя. Ронни. Знаете, кто? Полное будет имя как? Вероника. Кто догадался? Молодцы. И дальше есть еще у Кейт Миддлтон сестра Пипа. Боже, я уже теперь боюсь ошибиться. Сестра Пипа. Ну, для нас, для русского языка, имя Пипа как-то, ну, вообще, по-моему, что-то непотребное. Ну, вот Пипа. А вообще у нее имя полное — Филиппа. Филиппа, Пипа. Ну, еще дальше вот Чак. Чак Норрис. Ну, это, наверное, догадались, да?
Это будет у нас Чарльз все-таки. Дальше Бесс. Женское имя. Бесс, короткое. Знаете? Элизабет. Правильно. А что вы скажете по поводу Сэнди? Сэнди. Ну, давайте догадываемся. Сэнди. Сэнди — это Александр. Или даже скорее будет женское имя Александра. Будет Сэнди. А вот если Александр, то будет Алекс. Короткая, вот быстрее так. Салли, пожалуйста. Кто такая Салли? Салли — это будет Сара, полное имя. И тоже интересно, потому что по мне так Салли как-то не смотрится короче, укороченным именем от Сары. Ну, Джона можно называть и Джоном, и Джеком также, без проблем. Если кто-то, может быть, знает еще какие-то английские имена, которые вот такие вот, что из короткого имени не догадаешься, какое полное будет имя, абсолютно как-то они встоят, как разные имена. Кто-то, может быть, знает, давайте, напишите, будет интересно мне. Ну и тут же, конечно же, я подумала о русских именах, да? Вот в русских именах как-то все-таки мало таких преображений, чтобы вы не догадались, прям вот как будет из короткого имя полное. Ну вот такие более-менее, которые сильно преображаются, я имею в виду, что даже имя с одной буквы начинается, а короткое имя совсем с другой. Как вот если, например, здесь Хелл, это Генри, да? Ну, то есть вообще, вообще ниоткуда. Но вот у нас, мне кажется, такое имя, это будет Женя. Женя, ну, такой Женя, ну, Женя, да и Женя. И вдруг такое красивое имя выплывает. Евгений. Супер. Александр тоже. Ну, даже не знаю, наше имя, не наше имя. Вот я сказала в английском, как оно, короткое какое имя от Александра. А и у нас, конечно же, Александр — это Саша или Шура. Тоже те, кто, может быть, для англичан, им не понять, как будет, что Саша — это будет Александр, да? Ну, еще вот что я нашла. Слава, Вячеслав, да? Сева, Всеволод. Ну, вот эти вот имена такие. Тоже они как бы меняются, да? Ну, я имею в виду, это не такие, как вот если, допустим, Вова и Володя, Владимир. Вова, Владимир вроде рядом тут, да? Ну, или там Миша, Михаил. И еще заметила интересную вещь, что касается имен. Вот у нас же ведь еще, помимо того, что есть короткое имя, полное имя, но есть еще имя, имена такие, знаете, вот когда хотят человека как-то обидеть, как-то назвать, вот не очень хорошо. Ну, вот говорят, что там Людка, Танька, Нинка, Манька. Вот так, да? И тоже здесь вот я посмотрела, как интересно. Вот некоторые имена можно назвать так. Вот Татьяна, да, скажешь Танька. И как-то, ну, некрасиво звучит. Галка? Вот мне кажется, Галка не звучит грубо. Как вам кажется? Ну, Галка, Галка, да. Танька звучит грубее. А вот смотрите, допустим, если вы скажете Маринка. Марина и Маринка. Ну и что Маринка? Маринка тут вообще, оно не звучит, как оно, как грубое обращение. Оно звучит как маленькое такое, приятное, уютненькое. Ну вот была Марина большая, а тут Маринка маленькая. То же самое, по-моему, по поводу Наташки. Вот Наташка. Наташка, как-то даже как вроде Любя называют, да, Наташка? Наталья более грубо звучит, а вот Наташка для меня, например, более мягко. Вот странно, вы не замечали такого, что некоторого человека скажешь там Людка, не знаю, как какие еще, Зойка, ну вот, Нинка, как вроде оскорбительно даже звучит иногда, а вот Маринка, Наташка, хорошо. Ну и чтобы уже закончить эту тему с именами, которая мне очень понравилась, не знаю, понравилась ли вам, но мне понравилась, так я хочу вот еще рассказать про свое имя, да, ну, Галя. Я свое имя терпеть не могла довольно долго. Вот, наверное, всю свою молодость, пока я жила на юге. И для меня это было просто мука. Мука мучительная, когда... у нас же, вы знаете, как на юге? У нас на юге «г» говорят, «г», «г».
Вот, не гэкают, а говорят гэ. Ну, так вот, может быть, я даже уже сейчас и разучилась говорить гэ. Вот, и когда у меня спрашивали, допустим, там, ребята, особенно когда начинали знакомиться, уже такой возраст, начинали знакомиться, и у меня спрашивали, как зовут. Ну, все нормально, у всех спрашивают, как зовут. Там Марина, Надежда, вот, Вероника, Оксана. И вдруг я такая, Галя, вот, понимаете, Галя. И мне было настолько неудобным мое имя, что я все думала, как же мне, то ли мне уже какое-то другое для себя имя придумать, ну эту букву Г в моем имени я не могла произносить по-южному. Галина, Галя, плохо, неприятно. А сказать Галя, скажут, ой, ну выделывается, как у нас обычно, знаешь, ну скажу, как вас зовут, Галя. Ой, боже мой, гуси гогочут, у меня сразу всегда говорили. Гуси гогочут, город горит, всякая гадость на Г говорит. Тут же мне не применули вот эту вот сразу такой стишок. И я опять не знала, что мне делать. И потом уже, будучи повзрослее, я себе, знаете, что нашла в своем имени? Чтобы его как-то мне хотя бы полюбить, да, ну или принять. Получается, оно же фантастическое имя-то. Смотрите, из него выходят три других имени. Галина, убираем первую букву, получается имя Алина, да? Убираем еще первую букву, получаем следующее имя Лина, тоже есть такое имя. И убираем еще одну букву, и получаем имя Инна. Но только здесь вот немножко, видите, не совпадает, потому что Инна с двумя Н. Вообще, вот это классно. Когда я это узнала, что мое имя трансформируется в три других совершенно разных женских имени, ну, я подумала, что ну ладно, хорошо. Галина да Галина, ну что ж поделать. Будем жить с Галиной. Я зашла сюда специально немножко, видите, в калиточку зашла. Ну, потому что опять птица поет. Так красиво поет. И ей вторит. Справа и слева. Ой, красота! Ну, вот так. Про имена вам рассказала, какие у меня размышления по этому поводу были. Что вы думаете по поводу своих имен, друзья, расскажите.